В общем, это вступление я записываю вечером вчерашним для вас. Для меня оно уже сегодняшнее. Ну, короче, в общем, вы поняли. Ролик вчера залил. Вот, очень клевый, полнометражный. Вот, вчерашний ролик я этот залил. Собственно, YouTube мне не дал качество на премьере. Потом мне пришлось его ограничить. Потом я его открыл, когда YouTube все-таки выдал качество мне спустя час. Вот. И потом YouTube просто взял и не выслал всем уведомление о том, что ролик вышел. Мне люди в комментариях об этом написали. Какой-то душняк от YouTube происходит. В общем, я надеюсь на вашу поддержку, потому что в последнее время что-то вообще плохо все. Вчерашний ролик, точнее уже позавчерашний для вас, собственно, тоже хреново набрал. Он очень клевый. Там удержание типа 9,5 минут из 13. То есть вы понимаете, насколько интересный, да? 9,5 минут примерно каждый человек посмотрел. Вот, так что посмотрите обязательно, на он высветится после окончания этого ролика, ну, либо же в описании я оставлю ссылку, ну, либо после просмотра просто перейдите, посмотрите, там называется «Спасибо, ну, буду за победу». Вот, ну, а сейчас приступаем к ролику. Спасибо за внимание и надеюсь на ваше понимание. Привет, да, я читаю ваши комментарии, и многие очень-очень-очень сильно просят выкладывать некоторые катки полностью. Ну и, в общем-то, сегодня будет одна из них. Вырезать я ничего не буду из нее практически. Покажу вам ее в полном хронометраже. Это, если что, одна из каток, когда мы идем до первой лиги. Совершенно без доната. Вот, ну и, соответственно, если вам такие видосы нравятся, и вы нуждаетесь в них, то вы знаете, что делать. Про ссылку в описании я напоминать не буду, вы сами прекрасно умеете читать. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, и приятного вам просмотра. Видосик получился, ну прям... Увидите, короче, все сами. Так, против нас проруха с Хэви Рейна. Так это весь Хэви Рейн. Просто Кияма проверка в клан проходит, видимо. Сейчас заруим проверочку. Или наоборот. Или наоборот, да. У нас тут... Мы взяли сегодня ежа, чтобы он нас забустил. У него там спас с этим, с антиразбросом. Можно пальчик наверх? Ку-ку. Кукарена, шананара. Надеюсь, я буду попадать сегодня. День рождения сегодня у меня будет, нет? Я тоже бы не отказался от него. Хочу сегодня день рождения, можно? Никого в этом нету. Я смотрю, плент единицы. Они где все? Ага, нихрена там синенький чел стоит, пикает. Интересно очень. Полтуловищем. Ну мы куда выходим? Я не знаю, пока стоим. Вы заходите в это, в один. Бомбой убит. О, да, плент! Пленту медик, если что. Надо его выбить, а они идут со старой, скорее всего. Со старой медик. Надо плент убивать. Все, резай плент. Плент, резай. Плент, резай. Бомба потеряна. Короче, выстрелил, а тут оказывается крест фул в формате. Это опять не микрофон, это забустил. Один из объектов. Пусть попусти его. Вижу. Дайте даже, палец пытаться. А, Калуга, смотри, 8. Я могу смочок на 8 тогда дать, боеудержный. Зачем? Если там Калугу смотрю. Бар, выходите мусор и плаца делать. Ну или стак. Под бока, вроде, нет. С окна можете подсадить. Ой, с очка. Да, пальцем надо. Так, Лурц, брат. Распылитель включил? Лестница. Да, я видел. О, медик стоит. Чё стоишь, брат? Бомба взята. Вторая. Пикает, нет? Толфая на вторую. Ну, я его смотрю. Смотри. Он стоит там, кстати. Да, пикает, отлично. Хай ему даю. Бомба потеряна. Кидаю гранату. О! У меня щит, нычки! Охренеть, вот это проруха тут. Все, старая ласт. Кидаю гранату! Найс, прокет произошел. Тут у нас чуть миник не сдох, слышь? Он его пушит, пойдет, прайд. Прайд, 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 право, прайд, право. Отлично. Куда летит? Ну, он потому что на уверенности побежал, потому что видел, что дал флоп. У меня респа по 2 нормально, я по 2 пошел. У нас кто со мной бежит? Я с тобой бегу, мы с тобой бежим. Забегайте сразу. А, нет, не забегайте. Авик стоит на 5. Один под... Блин, упор, упор, упор! Пошли пока. Мгновенно. Тебе повезло. Мы можем уйти вообще в теории. Надо резать. Спину не придут? Хорошо.
может быть. Смотрю, пробег. Резай. Нас пока нет. Есть смог. Арика выбил 5. Бомба взята. Все, играем. Треснули 5. Вас там планту нету? Не слышно? Не знаю. Симки вышел. Где-то на пикселя. Да, пикселя ВП. Я не хочу пока. Холода чек не скинуть здесь. Давай пройти, пожалуйста. А че вы зажались? Бойцы. Поинт есть. Я прокинул пиксель. Давай посмотрим. Он пиксель, ты пиксель так же. Убил 5, еще 5. Еще убил 5, еще 5. Бомба установлена. Убил еще 5. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Что-то я чувствую, с такими темпами Кияма точно проверку не пройдет. Братан, ты как там? Извини. Нормально. Нормально. Они поставят под рынком. Возможно, да, идут парапеты. Я парапеты смотрю. Убил. У меня медик. Подкат убил. Мусор есть. У меня медик на парочек. Ко мне в окно залезьте. А вот это было жестко. Двое окно. Один в окне стоит слева в упоре сразу. Хаешку накинь ему в лицо. Давайте фашечку, да? Залазь сразу. Ну, он пропрыгнул направо. Плохой план. На мусоре тебя. Осторожно, граната! Ребзи, в next time единицу отдавайте, выбивайте через окно, пожалуйста. Окно прям парапеты, все вместе будем выбивать. Единицу вообще не занимайте. Ну это в следующий раз. Опа, пошел АИМ от Кейдина. Да. Там чисто, знаешь, прилип прицел. Площадник, походу. Рез стороны будет. В рынке два трупа. Ну и на два пойду. Ладно, в прыжке, ой, их. Резай, рыны. Почти. Кейдин, без Кейдина не справитесь. Он только такой навал ведет. Сейчас зато инженер есть хотя бы. Калуга, давай, пошел. Всего-то трое. Три ваншота. Да не будут они в упоре занимать. Очко же жим-жим у них. Можно не смотреть даже упоры. Вы бы забавно если убили. Не. У тебя. Ты что, не видел? Халуга, глаза открываем, открываем, просыпаемся, брат. Так сочно ручка торчала. Короче, смотри, в рынок выходите и залазьте в окно, и в окно будем выбивать. Раунд начался. А я пошел с зелень, я пошел с зелень, у меня респонором. Станцы палец дом, да? Есть рака. Я пошел быстрее через зелень играть. Прям все. Парапета не дайте? Есть БК уже. Уже БК? А вы БК не залезли, да? Залезли. А как у вас там? Чел? Мусор есть, мусор есть. Хорошо. Прилетел на БК. У вас один прошел. Сюда быстрее. На парапетах лежит инженер. Не попал! Пошли на пошли убил БК, пошли под БК. Пошли. Медика справа забрал. Слева есть. Убил еще парапеты. Слева рез. Играйте. У вас упора нет никого? Пипец. А че я ему фуку такую дал? Он стоит далеко, Кость, справа. Ой, бля! У меня на мусор чел. Костя, играй? Тихо-тихо. Двое мусор. Посади меня, Костя, посади. У меня двое парапеты еще. Чего, иди. Брат, вот почему ты опять не с ними играл? Зачем ты на единицу там торчал? Я закрывал эту... Так я тебе говорю, единицу мусор вообще отпускать. Отпускать прям я совсем. Я мусор закрывал. Так я говорю, единицу отпускать. Я говорю, единицу вообще не заходи. Прям, ну совсем. Играй, блин, на разменах с нашими ребятами. Ты два из двух раундов просто сидишь там, принимаешь этот мусор, а они его не идут. А наши не могут разменяться в окне, потому что не хватает количества людей. Это два будет, скорее всего. Быстро заходит, походу. Пробег ЕС дайте. Один под фонарь пошел. У меня заходит. Двое под фонарем. Знаешь, еще под фонарем медик вышел.
У меня 5 взрывают. У меня близко, близко, сквард. Я отошел, короче. Авик сидит на этом, там в углу, короче. Слева? Нет, вдали. Ну да, вдали слева он сидит. Ну и чё, ни разу в защите не забрали. Бомжи, блин. Что за это? Стратегии у нас. Пойдем, короче, это. Просто убивать их. На плюс морали. Они боятся просто нас катать. Там где он? Не на 8? Я тебя лестницу взял. Пока занял. Сити прошел. Налево? Респайр. Кидаю гранату. Мы сейчас, наверное, через этот центр на 2 сыграем. Это мешки вроде, да? Тоже думал, что где-то видеть с кем-то. Мешки, нет, мешки. Что? Старую смотрим. А, трое поперки. Все, они все на дверке. Меня взорвали. Охренеть. Дети два. Спасибо за хрест. Он 4. Все один. Я дымил труп. Но его не поднять. Но его не поднять, просто. Пошли двойку, зайдем. Возможно, у нас тут чел есть где-то. Нет, они все на один. Так, я пошел в тупик, буду синьку принимать. Не стал. Мирик, стань со мной с дефами. Под БК стал, под кулак стал. Справа от меня стань. Закройте, плиз, зигу мне. Они идут уже близко. Я смотрю синьку. Фига много. Один прошел. Не зарегало, можно резать. Они прошли пески. 5 будет много. Трое, 4. Я не попадаю опять. Противник обезвредил бомбу. Так, они сейчас единицу стакали. Ну, короче, они чаще всего единицу стакают просто. Установите бомбу. Пойдем двойку просто сыграем, наверное. Раунд хотя. Начался. Ну да, играйте в двойку, я попробую сейчас. Этот, ко мне медик один. Бомба потеряна. Здесь два под боками. Медик. Бомба взята. Пойдем на зелень. Кейтин, нам штурм вообще бесполезен. Ну, инженер так же. Инженер броню хотя бы дает. Смотри. У нас, по-моему, пробеги чего-то. Да, в упоре он лежит. Слышь, он где-то вот прям вот тут в упоре лежит. Он направо перешел, Степ. 6 кент. Я там где. Ты видел, нет? А, не вижу его. Может там никого? Нет. Это на 6, значит. На пункту двое. Резу 5. На пункту двое. Сквард у меня чел сидит. Изигает. Блэн двое. Он туда. Прям за компанией. Блэнд класс. Блэнд либо 5. Ну, блэнд был найс. Ой, отлично. Миссия выполнена. Установите бомбу. Дайте палец парапет опять. И через очко подсадите. Раунд начался. Калуга также 8 дикай, если выйдет вдруг. Ну нет, они на очке играют. Рынок, по-моему, нет? Пока прошел. Даже на единице, на еще. Давай вдвоем. Смотри синьку. Подождите секунду. Сейчас по-любому кто-то с двойки у них будет перетягиваться. Ну. Старая. Ну перетянись, брат. В пункту стоит, можно поставить. Плантавик. Две хаи отдали. Давай, нас под нами слышится, по-моему, слева человек. Плант у меня пикает. Медик нужен в окно. У нас есть. Короче, идите сюда, стягивайтесь под рынок, на два пойдем. Варки есть, слышь, Костя. Варки есть? Аккуратно, по-моему, с нашей чел зашел. Идите сюда, выбьем его. Где-то там его. Нет его тут. Это шум, слышь.
На двойку пошли. Убил старую, играйте двойку. У меня зига, блядь. Он сейчас всех упохоронит тут. Надо выбить его срочно. Отлично, ресы. А у нас где второй медик? А, Брайт, блядь. Опять я за свое. Кинь дым. Все. На пикселе. Я не слышал. Тихо. Один фронт стоит. 15 секунд. Брайт, ну почему ты такой соло-плеер, хуя? Почему ты все время соло что-то хочешь сделать? Скажи мне. Вот эту причину объясни. У тебя нет пушки, чтобы соло что-то делать. Нету пушки. Кидаю гранат. Два, походу, это будет. Два. Быстро, нет. Заходит? Да. Кулак зашел. Шесть. Они в кулак быстро играют. Осторожно, граната! Убил кулаки. Шесть взял. Залез, шесть. Где вы прошли? Еще. Два. Шесть. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Когда вместе играешь, понимаешь, мы можем размениваться. Когда ты один убегаешь куда-то, нас 4 становится. И мы играем 4 против 5. Это ненормально. Играй с нами, пожалуйста. Это один. Залазьте в окно залазьте. В окно. У нас близко медик. Я взрываю его. Выхожу, раз, два, три. Мету тут. Еще! Двоих косит. Там он еще пушит, нет. Он пушит. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Надо было сейчас дожимать одного инженера, блин, на парочек. Че идем? Так же один? Раунд начался. Бомба. Давай, пальцы. Как же у них снайпер на очке, конечно, играет. Он просто играет сол в закрытую максимально. Они бы давно уже могли просто нас зарашить и убить. Они боятся. За счет этого отдают вообще раунды какие-то. У меня откуда-то прилетело, слышишь, с района мусора. Да, хп брони? Тебе повезло. Я сейчас попробую поймать в планту кого-то. Планту есть. Убил планту. Не хп надо. Его резают сразу же. Охуенно, блять. Стой. Он ряснулся. Двойку, играйте двойку через ДЛ-ку, играйте двойку. Да. Да, 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 через ДЛ-ку двойку играйте. Граната! Она у вас сидят опять наверняка. Граната. У нас там наверняка один инженер опять. Ой, один медик, точнее. Все. Он пошел. Хорош. Истинка уже, инженер. Я бегу к вам. Вы где убили? Я там убил. Еще раз, нихуя не понял. На кулаке убьешь. Я понял. Да, там пятерка, пески, пески, пески. Пятерка или пески? Бомба установлена. За твою, мне нужна помощь. Иду. Еще на мне. Еще на мне. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Какой нереальный пот, блин. Вроде так легко все шло, а сейчас потеем. Это если будет один, то это будет хреново. Давай две дал хп дадим. Они двойку играют. Я давай. Два выпадают. Давай. Есть! Пошли играть, Дэл! Быстро! Быстро, быстро, все пушить! Все валят. Пушить, похуй! Залетайте! Слева под стенкой. На тачку ушел. Можешь поднять. Все, не пушить дальше его. Не пушить, не пушить. Подойди, броня там. Намного лучше. Я пиксель смотрю. Это называется прочитано. Здесь. Бомба у нас лежит вот здесь. Он за тачкой стоит просто. Сейчас у нас. Победа за нами. Установите бомбу. Сейчас, возможно, пойдут рашить окно. Дайте опять так же палец, Калуга, лови, в общем. И в очке сразу бомба подсаживайте взята. Одного. Мне на парыч. Бомба потеряна. Там у нас бомба взята.
нету ничего. Наверное, они сейчас сыкуют конкретно прям. Это же смешно. Ну чуваки, мы с поставщиками. Вон, то есть. Опять хаяр. Они все будут окно еще хаяр. На раз, два, три кидать, слышишь? Спасибо, а ты девочки. Ну и хорошо, если кинул. Ну да, в пункту опять закрытую больше. Ходит чел. Я попробую спикнуть его. Можно? Попробуй. Я тоже, если... Сейчас. Граната! Что я кинул? Куда я его кинул? Долбоёб я? Старый. Нам прям. Старый есть чел? Да, короче, старый. Пошли через стенку играть. Или пойдем через их респу вообще. Он один. Да. Надо поймать их здесь. Старый был. Убил одного. Еще у меня будет старый, возьми. Старую взяли? Что, вдалеке, авик. Ну, он с двойки будет. Идет, синьки. 70, уходи на один, уходи на один, уходи на один, уходи на один, ставить пачку. Раз пауза еще место стоит еще. Я остался тут, уходите, играйте. У меня миллиметр хп. Я бесполезен там буду. Я хотя бы одну позицию зазоню. Я слышал, лестница идет. Отлично. Ну это вообще читочка! Папочка закоординировал! Последние два раунда прям филигранные были. Я, получается, Jetfire второй. Они вообще боялись, конкретно прям. Не, они могли бы нас выбрать. Они могли просто идти на нас пятером, пушить одну точку. Они бы нас вообще унесли в нули. Я не знаю, зачем они нас боялись.